Всем добрый день. Сегодня будет коротенький ролик. Я хочу вам показать, какая у нас температура, как у нас очень жарко, потому что во многих регионах России понятие жары, ну, разнится. У нас на Кубани, Краснодарский край, степная зона, очень жарко. Наш климат летом можно сравнить, наверное, с пустынным. Дождей нет, солнце печет. И понятие жара для нас это, знаете, ну, то, что ниже 35, это прохладненько. Вот сейчас проведем с вами небольшой эксперимент. Ну как эксперимент? Просто покажу вам, какая у нас температура. И при каких условиях приходится цвести розам. Так, вот сняла термометр. Он висел в тени. Вот в тени 44 градуса. Вот видно, да? Сейчас я поставлю под куст розы на солнечной стороне. Посмотрим, сколько же на открытом солнце. Вот кустик Визли 2008. Он у нас и будет экспериментальным. Так, ставим на открытое солнце. Вот. И подойдем сюда через несколько минут. Там у меня здесь первогодки. А вот что делает жара с леди Эммой Гамильтон. Цветочки совсем не махровенькие, маленькие. Но красивая листва, мне ее нравится, темная. Роза красивая. Спасибо большое, хочу сказать, что подсказали мне в комментариях сорт этой розы. Динки. Да, я посмотрела в интернете, очень похоже. Скорее всего, это она. Вот ее размер цветов. Я думаю, что да, вы правы, это динки. Я ее уже обрезала, остался тут один букет, еще цветет. Так, это тоже первогодка. Dark Lady. Тоже вся горит. Вот такой кустик у нее уже. Вот представьте, жара какая. Это Том О'Шентер. Цветет. Цветочки, конечно, обожженные. Но старается. Бутоны гонит. Что снимаю, вообще ничего не вижу. Надеюсь, видно. Так, и вот это Чарльз Дарвин с своими шариками обалденными. Посмотрите, это Вентила. Я посадила весной его. Посмотрите, какая прелесть. Сколько бутонов и цветы он пытается цвести еще в эту жару нашу. Ну, красота, конечно, засуха. И это при условии, что я поливаю. Я не помню, когда у нас дождь был последний раз. А вот мой красавец. Обожженный Рвальдаль. Но тем не менее, цветет, старается. Сейчас выше 50 градусов, но в ближайшие дни ожидается повышение температуры до 55. Ну что здесь только вздыхать остается. Так, ну вот. Давайте посмотрим. Не вижу ничего. Сколько здесь?
Давай. 51 градус. Ну вот. И когда меня в комментариях спрашивают, какие сорта роз хорошо держат жару, я не знаю, что вам сказать. Какую жару? Вот такую вот, как у нас, кубанскую степную. Ну, посмотрите. Устинки держат, первогодки. Конечно, и горят тоже. Но они ничем не хуже других сортов. И вот при нашем пекле засухой. Поэтому я не знаю, что вам ответить по поводу сортов, которые хорошо держат жару. У нас такая жара, что я даже не знаю, какой надо быть розе выносливой, чтобы у нее не горели цветы. Я думаю, что здесь, конечно, показатель больше выносливости розы состоит в том, что она продолжает цвести, она продолжает растить бутоны, наращивать кустики. А о том, что горят цветы, ну так и люди тоже горят. У нас, знаете, открываешь дверь, выходишь на улицу и чувствуешь, как просто ощущение, что ты просто испаряешься. Ну вот так. Прекрасной вам погоды и обильного цветения вашим розам.